«Историческая память как связь поколений» – серию проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи, разработали в партии «Единая Россия». Некоторые из них уже реализованы. Все подробности прямо сейчас. В следующем году наша страна отметит 75-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне, и подготовка к этой дате начинается уже сейчас. В региональном отделении партии «Единая Россия» запустили специальный проект. Благодаря ему к празднику приведут в порядок памятники военных лет. Под эгидой партии «Единая Россия» мы запустим новый партийный проект, который будет касаться подготовки и благоустройства памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне. А еще уже в этом году в рамках партийного проекта «Единая Россия» прошла акция «Диктант Победы». Ее участниками стали 200 человек со всей области. Получить 100 баллов за тест по истории Великой Отечественной войны смогли трое из них. Я, честно, удивлен, потому что были такие моменты, как мне показалось, что они неправильно решены. Вот. Но когда казалось, что все правильно, для меня это было, ну, мягко сказать, шок. Проект получил поддержку губернатора области Игоря Орлова и регионального правительства. Я очень рад, что этот проект состоялся, что он живет, и что к нему такое пристальное внимание. И количество участников, и победителей, все люди очень достойны. И то, что мы видим, это говорит о том, что сам проект очень правильный. Не только победный май 45-го останется в памяти, но и страшные дни начала Великой Отечественной. Бомбежка на Краснофлотском. Мы в окопы бегали, вот как за почему-то ночью все бомбили. И забомбят, и нас в окопы, и все почему-то ночью. Окопа, темно. Заходим, там дети, старики, там все. Страшно, конечно, было, страшно. В День памяти и скорби уже традиционно у мемориалов собираются старшее поколение и молодежь. В этот раз представитель партии «Единая Россия», депутат Госдумы, вручил детям войны памятные знаки. Сегодня очень многие хотят переписать историю. Поэтому вот проект партийный как раз нацелен на то, чтобы память о войне, она была именно той правдивой, которая должна быть. Сохранение исторической памяти у молодежи – одно из направлений партийного проекта. Для этого в «Единой России» создана специальная рабочая группа. Алексей Шемякин, Михаил Меньшенин, Светлана Михеевская, «Регион-29».